На конкурс дети читают стихи. Михаил Юрьевич Лермонтов. Тучи. Читает ученица 6 класса Серова Настя. Тучки небесные, вечные странники, степи лазурные, цепи жемчужные, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в стороны южные. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайна? Злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили мили бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания. Вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания.